Всем привет, Максим Индивид здесь с вами, вы на моем канале. Вот, благодарю, что вы есть, что присутствуете. Вот здесь я делюсь своим опытом. Сейчас, сегодня хочу поделиться с вами своими переживаниями. Дело в том, что нелегкие времена внутренние для меня настали именно сегодня. Вот этот ролик, конечно, больше для меня, но вы как просто свидетели, да, я не могу вас не посвятить свои внутренние переживания. На самом деле говорить немножко вот как раз такие моменты не очень хочется. Хочется побыть одному, побыть в себе, покопаться. Ну, постараюсь сделать это вслух и с присутствием включенной камеры. Вот, рассчитываю, что у меня получится. В общем, как сложились обстоятельства. Особо таких моментов, которые меня задевают и выводят из себя, как такового нету. Ну, в плане того, что, ну, я еще и на все позитивно, в принципе, реагирую, я во всем вижу плюсы, я, если это абсурдная даже какая-то ситуация, то я просто, ну, ловлю ха-ха с нее, что вот так мир устроен, здорово, как замечательно, давайте посмотрим. Вот, ну и поднавалилось все помаленьку, вплоть до того, что даже кондукторша с утра, короче, просто 4 человека едут в этом, в троллейбусе, ну, один из них я, и ставлю свой рюкзачок рядом, как бы. И она: возьми его себе на коленки. Я говорю: с чего это? Она говорит: да не должен он стоять, вдруг там у тебя что-то прольется, то есть ты замарашь мне. И она готова убить, короче, за свою правду, короче. Потому что она кондукторша, и сумки стоять не положено на сиденье. Вот, вот такая вот биопрограмма работает, и все. И вот, вот, понимаешь, и вот, ну, она верит в нее свято. Но суть не в ней, суть в том, что я-то хочу не соответствовать, то есть я типа хочу такое индивидуально проявляться, и вот мне нравится сумка так, и... но суть не в сумке, суть в намного как бы больших масштабах, то есть. И вот так вот он, этот клубочек, закрутился, то есть я такой вроде там про одно вам рассказал, про второе поумничал, то есть там как отношения там с женой строятся, как там... важно не работать, а трудиться. То есть, и все вроде складывается, но запал пропал. Пропал запал у малого. Это я в рифму сейчас попытался что-то сказать. Вот. И короче, я сейчас, в принципе, отошел от своей обычной, ну, там, деятельности и занимаюсь собой. То есть, понимаете, как найти внутренний вот стержень, свой внутренний вектор важнее, чем для меня лично, чем делать то, что я, ну, каждый день делаю. Сложно писать всю красоту этого процесса. Короче, что бы ни случалось в жизни, нахуй нужен этот ролик. Удалить его. На левый свой канал отправлю, короче, просто сейчас. Даже пересматривать не буду, запишу же до конца. На основной не буду дописывать. Короче, когда есть дискомфорт, я беру его. Вот сейчас, вот это внутреннее свое состояние, вот я сейчас чувствую его. Оно вот, в принципе, вот, вот оно во мне, короче, оно вот, я чувствую, как оно меня бесит. Вот, вот эту всю энергию чувствую, вот она, прям мурашками, в принципе, идет уже по коже, вот они, посмотрите. Ну, просто вот бесит, все вот, вот, просто очень бесит сейчас. А вот, я понимаю, что если я, ну, не аватар, а вот тот бог, который сверху создал это все, и... я как аватар позволяю Богу заботиться обо мне. И Бог заботится обо мне. Значит, ну, все так и должно быть. То есть я же своим вот умом маленьким, я не понимаю весь замысел, весь масштаб этого грандиозного проекта. Я, в принципе, уже, хочется материться, так, эпически вдохновлен, или как сказать, поражен вот тем, что уже развернулось. Вот. И это создал я сам. Все, что я вижу, все, что это, все в моей голове. То есть это восприятие того, чего в принципе не существует. Получается,
Это сколько же я силы должен был на это потратить, чтобы убедить себя в реальности созданного вот этого всего? Что я даже вот этот вот Максим, который, в принципе, ну, уже прокачался, уже такой вот, такой стал, такой, ну, здравый, да, назовем, или как сказать, не знаю, приспосабливаемый, или как сказать, текучий какой-то, ну, вот такой стал, и что даже меня это зацепило. Зацепило не в одном, да, там, там, я не знаю, хата сгорела, там, или там, еще что-то. А в таком вот это, мелочах, мелочи сложились так, что аж плохо стало. Вот это да. Какой я все-таки красавчик. Как же снять ролик? Просто я думаю, понимаете, не о том. Я больше не о себе думаю, а больше о ролике. Мне больше хочется вот передать, зацепить. То есть я-то с утра еще вот это вот, я чувствую, как во мне уже это, ну, начинает уже успокаиваться. То есть мне просто сейчас хочется погулять, я сейчас пойду погуляю. И ну, вот так вот. Давайте снимать заново.